14 ноября 17 год, Харьков. Дорожку сделали просто супер. Порадовали. Можно было просто лунные пейзажи какие-то были, можно было высадку людей на Луну снимать. А теперь такая красота. Потеплее было на скейтбордах, где детвора катается. Ну, в общем, жалко, конечно, ребят, которые это тут вручную ухайдокивались в 30-градусную жару, но получилось очень даже очень.